Именно так встречают утро местные жители тропического леса на юге Малайского полуострова и Суматры. Песнопение сиамангов разносится на несколько километров. Резонатором для пронзительно громких и выразительных звуков им служит большой, похожий на дыню, горловой мешок. Сиаманги – крупнейшие из гиббонов и могут достигать 1 метра в высоту и весить до 14 килограммов. У сиамангов нет хвоста, но у них длинные сильные конечности, что позволяет им грациозно передвигаться с дерева на дерево с удивительной скоростью 56 км в час.